сегодня показать еще одни ножи в своей коллекции от Hobby Time. Это не новый релиз, это ножи уже существуют давно, но я их подбирала именно под свой проект, который прям вот 100% планирую под эти ножи, причем в ближайшем будущем. Вот особенно я смотрю коварно вот на эти, да, на эти звезды. Ну да, как пуговицы вот эти от кителя. Потом что еще? Вот на эти я давно посматривала, да, на пазлы. Очень такой универсальный, как по мне, ножик, ну как пара ножей, да, уместно там в любой работе. А вот этот комплект ножей, да, с Пушкиным, перышко, профиль и чернильница, это отдельная песня, анекдот, что называется. Когда ножик тебе напоминает, ну, то есть не то, что есть на самом деле. А вот кто-то увидел здесь брокколи, если как под углом посмотреть. Ну, в принципе, да, если обрезать, то да, очень даже на пучок брокколи похоже. Вот. В общем-то. Вот. Кто-то увидел, кто-то даже узрел тут и капкейк, а кто-то даже и, если присмотреть, что это как граммофон. Ну, в принципе, да, есть что-то в этом. Ну, в общем, интересный такой ножик. Можно увидеть всякое разное. При разных обстоятельствах это может этот ножик сыграть разную роль. Вот. Другой комплект ножей, который я заказала. Другой комплект ножей, который я взяла, это вот лимоны, тоже на них давно смотрела, лимоны, целый лимон, только и листик к нему. Ну, понятное дело, здесь лучше, конечно, разукрашивать, но кардстока у меня не было, а разукрашивать я пока не стала. Потом вот эта вот надпись на паспорт, у меня в планах сделать обложки на паспорт, поэтому в ближайшее время только надо подобрать подходящий кожзам. Так, в следующий комплект мне входили, что там, стрелочка и сердечко, да, в облаке фразы, или как это там правильно назвать. В общем, тоже такое интересное, можешь сердечки менять. Или вообще подкладывать, знаете, до того доходит, что есть какие-то вот совсем мизерные обрезки, но ты понимаешь, что на весь нож тебе не хватит, но какой-то элемент по-любому вырубится. И вот эти вот сердечки зеленые, в общем, так я и вырубала. То есть там вообще кусочки маленькие были, я просто ложила и прокатывала. Ну, еще там соседние какие-то ножи были. Вот таким макаром можно нарубить себе из мелочевки интересную вырубку. Тоже довольно-таки универсальные ножи. И такие вот. Ну, пуговица-то, по-моему, не знаю, ну, чуть ли не в каждую работу можно пихать, да, в зависимости от работы. Понятное дело, в мужскую работу такие вот ажуристые вряд ли пристроим, но такие классические, обычные, вполне очень даже. И, скорее всего, я в ближайшее время вот такие крупные пуговицы возьму. Ну, и да, и вот мелкие, но вот такие вот строгие, классические. Листики, листики просто класс. Я не знаю, там, это что у нас, березы и, по-моему, вишни, если я не ошибаюсь. Ну, просто прелесть, да. Можно и осенних себе нарубить, смотря какая бумажка, да. Может быть, там окрашенная бумага в соответствующие цвета, и можно таких вот заготовок наделать. Ну, просто, не знаю, красота. И котейки, так, это, по-моему, питерские коты, но котики, это просто... Я не могу мимо них пройти. Вот такие вот ножи, да. В ближайшее время, я говорю, прям буквально вот на днях я буду использовать эти вот пуговицы, вот эти вот звезды. Вот, по поводу Пушкина я не договорила. Я планирую еще раз заняться темой реставрации. У меня уже давно лежит вот такой вот, точнее даже не у меня, а у моей мамы, потому что в свое время... ей в школе подарили так за какой-то конкурс, по-моему, сочинений, если не ошибаюсь, вот это издание Евгения Онегина. И оно, собственно, как ценно, как память. Понятное дело, сейчас можно заказать в любых изданиях, в любых видах. Но мне захотелось вообще... Я давно на него смотрела, и у меня были сомнения по поводу страниц. Я почему-то думала, что тут очень много утрачено. Не знаю почему, сейчас перелистала, выяснилось, что все страницы,
на месте, они просто вот отсоединились, да, потому что клеевая такая фигня, такой переплет, что называется, одноразовый, поэтому ничего не сохранилось. Я хочу на обложке разместить профиль Пушкина, применить вот эти чернильницу, да, перо. Не знаю, войдет ли туда еще и такая обложка, или куда-то ее еще пристроить, не знаю, посмотрим. Меня больше сейчас заботит вот это вот хозяйство, как я буду выкручиваться, ничего не придумаю. У меня, кстати, на канале есть видео, там, по-моему, даже мастер-класс, ну, очень длинное видео, в общем-то, как я реставрировала сборник стихов Анны Ахматовой. Там просто капитальное, там по страничкам, как я это все. Там тоже, по-моему, переплет такой развалившийся. И там вообще, по-моему, листов не хватало, я еще как-то допечатывала. В общем, если кому интересно, можете посмотреть. Тут я хочу попроще подойти к вопросу. По-другому это все делать. И думаю, тоже запишу мастер-класс, как я в этот раз выкручусь, что я тут сотворю. В общем, будет у нас такое... Буду, в общем, реанимировать эту книжку. Посмотрим, что получится. Наконец до нее дойдут у меня руки. А, и про какой нож я забыла вам сказать. Его главное, я рассказываю про каждый, а про этот я забыла. А вот, да, вырубная. Ну, как это основа, круг. Круг, можно это лампочкой назвать, я не знаю, как хотите. Чаще всего мы его используем для мини-альбомов. Я, в общем-то, планирую тоже его пустить в дело в ближайшее время. Тоже давно на него смотрела и думаю, пора уже его, что называется, задействовать. Вот, такие вот были ножики, такие вот, такое вот пополнение в моей коллекции. Вот, всем вдохновения и побольше времени на творчество.